В этот период перед поминальными днями, конечно, не хватает рабочих. Мы привлекаем, и нам помогает в этом департамент ЖКХ, привлекаем и другие коммунальные предприятия, и частные фирмы, которые дают нам, скажем, помогают транспортом, техникой, самосвалами, погрузчиками. И технику також. Да. Людьми обращаемся к фирмам, которые занимаются уборкой. Они помогают нам людьми, которые грузят, подметают, переносят. Ну, в общем, то, что нужно, все делают. Мы відповідаємо безпосередньо за уборку кладовища по дорогам, по стежкам. Те, що знаходиться в комунікації, те, що можна в Грації, там на місці поховання, за це ми відповідальності нести не можемо. Ну, тобто могили не прибираєте, і якщо щось там, не знаю, пам'ятник завалився, то це на вашу сферу відповідальності. Мы, естественно, убираем, если какие-то развалины, или стараемся оперативно спиливать деревья. Ну, бывает, не за всем и следишь. Есть и вандалы, которые непосредственно приходят и разбивают памятники ради металлолома. Оградки. Опять же, те люди, которые приезжают, пилят деревья, они падают и разрушают памятники. Ну, из-за того, что кладбища большие по территории, а охраны, скажем так, должной нет, и нет ограждения, то есть со всех сторон люди могут зайти. Ну, я маю на увазі, чисто нормативно прописано, що це ваша сфера відповідальності, а те, що на могилах безпосередньо, за цим мають стежити родичі, так? Естественно, каждый приходит, откуда и получается интенсивность сегодняшней работы, потому что люди приходят и убирают на могилках родственников.